Влюбился в Камчатку. Известный российский певец Сергей Лазарев опубликовал фото и видео со своего недельного отпуска на Камчатке. Артист посвятил региону в своих соцсетях несколько постов и серию сторис, отмечая, что влюбился в наш край. Судя по публикациям певца, за время своего отпуска он успел побывать у подножия вулканов и съездить на морскую рыбалку, где сжалился над пойманными крабами и отпустил членистоногих обратно в воду. Я вот это рыбалка, все, это у меня сердце кровью обливается, поэтому отпускаю. Напомним, что Сергей Лазарев – российский певец, актер и телеведущий, бывший участник поп-группы «Smash». Дважды представлял Россию на международном песенном конкурсе Евровидения в 2016 году и в 2019. Сергей Лазарев – лауреат премии «Золотой граммофон», многократный участник, а с 2007 года – ведущий ежегодного фестиваля «Песня года».